Это уже часть истории. Церемония гашения почтовых конвертов, посвященных этапу Кубка мира по гребле, который пройдет в Барнауле. Отправить письмо с нашими спортсменами можно в любую точку мира. Специальный штемпель будет доступен до 23 мая в почтовом отделении на Ленина 54. Все это может быть и выглядит помпезно, но ведь край впервые принимает официальные международные соревнования. Только вдуматься, на гребном канале разыграют 6 олимпийских лицензий. Сделана колоссальная работа. Просто не представляете, что какой был, в каком был состоянии канал и какой сейчас. Это канал один из лучших сегодня и в России, и также в Европе, в мире. Люди очень настроены. Мы общаемся со спортсменами, и многие здесь заряжены, скажем так, чтобы попасть на Олимпийские игры. Это последний шанс. Соревнования на гребном канале увидят 20 тысяч гостей и миллионы телезрителей по всей планете. Всего краевая столица ждет более 400 участников из 57 стран. Получается, теперь как минимум 57 стран мира знают о существовании Барнаула. Должно все получиться хорошо, и, конечно, это не разово. Мы будем и дальше крутить историю спортивную, претендуя амбициозно на звание спортивной столицы хотя бы Сибири. Всего один день остался до этапа Кубка мира по гребле в Барнауле. Об этом нам еще раз напоминает его талисман, бобер-пловец. Если мне не изменяет память, он начал отсчитывать дни до соревнований еще 230 дней назад. Город окунается в спортивную праздничную атмосферу. Думаю, вы сами могли это заметить. На улицах уже можно встретить иностранцев. Впереди нас ждет действительно историческое событие. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.